Всем привет! Я сегодня хотела снимать видео и сниму его, но в следующем видео будет об уходе за лицом. А сегодня я хотела бы рассказать о моем пути в Coral Club. Это такое просто разделение у меня на до и после. Не потому что это Coral Club, а потому что я кое-что поняла. Поняла, что уход, вот то, во что я верила, и то, что проповедовала, это когда ты мажешь крем, и у тебя сияет лицо, и это, конечно, очень круто, ежедневное вот это вот вложение в себя. И действительно, кожа становится лучше, и она светится и сияет, и тургор лучше, и тон лучше. Но гораздо лучше, когда и изнутри ухаживаешь за кожей. Тогда уже появляется свечение изнутри и снаружи. Уже не только с поверхностью кожи работаешь, а еще и изнутри. Вот об этом я хотела сегодня поговорить. У меня на канале теперь очень мало про косметику, потому что меня уже сложно чем-то удивить. Я вижу одни и те же продукты, просто в новом обрамлении, либо с новым тиснением. То есть, если это тени, просто новый какой-то штампик, и что-то интересное для себя я уже не нахожу, этого практически нет. А вот уход за волосами, за лицом и за телом меня еще радует, вдохновляет и удивляет. Новых продуктов, этому очень рада, их очень много. Но я хочу вам сказать, что у меня вот жизнь, наверное, разделилась на до и после. Ну, во-первых, это и с возрастом, а во-вторых, это еще и с тем, что когда я проповедовала такую вот косметическую религию, то есть уход, я бесконечно его пропагандирую, и мне кажется, это правильно. Я там против уколов, например, не то чтобы против, и кто хочет, делайте, но я хочу как можно на долгий срок отодвинуть это. Ну, просто потому, что у меня опыт был печальный с губами, как вы знаете. И когда я стала принимать еще и внутрь что-то, тогда я увидела, что такое хорошая кожа совсем с другой стороны. То есть это не работа с внешней вот этой частью, а еще и изнутри. Сияние изнутри, которого можно добиться просто намазов. Как раньше я думала, намажешь, и все это блестит, и ты рада. Да, это тоже работает, но еще лучший результат, еще качественнее качество. Вот это самое первое, что я хочу сказать, это когда все-таки совместно. И вот об этом совместно я хотела поговорить. Я сегодня была на девичнике, организованном девочками из Coral Club, в котором я с недавнего времени, буду говорить с недавнего, потому что еще нет года, как я там. Вот, и я хочу немножко об этом рассказать. Я, конечно, давно, как и все, наверное, из вас, слышала про этот коралл. Ну, коралл и коралл. Никогда у меня не было желания попробовать его. Ну, вообще даже и поинтересоваться, то есть это какая-то сеть, чуть ли не секта, и мне это неинтересно. Вот так. Тем более я была еще на презентации как-то Гербалайф, и вот у меня такое неприятное впечатление осталось с тех пор. Я думаю, это все вот одна и та же история. Второй раз я услышала вот как раз примерно год назад об этом коралле про коллаген. Я была на маникюре, и маникюрист мне говорит: вы слышали про коллаген, вы его пили? Вот такой вот сейчас модный, популярный коллаген, коралл. Я слышу опять этот коралл, опять идет у меня ассоциация. А так как я уже принимала коллаген японский, считала, что лучше него вообще ничего не может быть и не существует, то я даже как-то и не заинтересовалась. А потом я сказала: да, это, наверное, что-то неинтересное и не работающее, просто реклама. Потом я со всех сторон вижу этот коллаген, моя подруга его пьет и говорит, что это какой-то потрясающий результат, который все показывают и все хвалят. Я тоже не прислушалась. И потом моя знакомая девочка мне говорит: Мару, ты же блогер, у тебя есть аудитория, посмотри, может быть, вот ты сможешь продать этот коллаген, о котором сейчас все говорят. Попробуй. И она мне просто скинула, что вот столько ты продашь и столько ты получишь. Тогда это было 5 курсов, 500 баллов, 9000 рублей. Я подумала, почему бы просто так продать и не получить эти деньги. Тем более работающий продукт, который хвалит абсолютно все, плохих отзывов не слышала вообще. Я подумала, да, хорошо. Теперь я решила, раз уж я его хочу продавать, значит, мне нужно его самой пропить. Я купила и себе. Это был мой первый этап, я вот прошла его. То есть я стала директором этой ступени. В общем, я его выпила и увидела результат. Я о нем говорила, оставлю, если не забуду, просто видео снимаю сейчас, а выкладываю их там через месяц, и я могу забыть, напомните мне вдруг, если забуду. Я об этом говорила, о коллагене. Я увидела результат такой. Сначала скажу, что я видела от японского порошкового. Ну, конечно, я не пила японский в баночках. Нужно, наверное, тоже попить, сравнить. Пока не пила. Я пила и японский порошковый, и американский, купленный на iHerb.
В общем, пропила. От тех порошков я видела только наполнение подушечек пальцев. То есть они становятся более такими упругими. Это очень сильно заметно и так радует. Думаешь, ой, ну если подушечки такие, значит, наверное, все классно, везде по телу происходит какой-то правильный, нужный процесс. Но нет. Когда я попробовала этот коллаген, я поняла, что это такое, что это значит, почему его нужно пить. Все стало такое. Кожа стала упругая. Просто везде. И вот правда везде. Вот обо всем, о чем вы подумали, везде. И самое главное, я когда ложусь спать, там в шортиках я люблю спать. И легла, так я люблю спать вот так вот, ноги друг на друга положив, скрестив. И чувствую, вот так вот они у меня трутся. И такие гладкие, плотные, тугие, упругие. Думаю, что это такое? И все, это был вот мой тот результат, к которому нужно, наверное, стремиться. На волосы, кстати, не повлияло у меня никак, хотя мне многие писали, что именно на волосы. Ну, видимо, какая проблема у кого первым, не знаю. Может быть, что-то взаимодействие какое-то, может быть, на кого как влияет, не знаю, но вот у меня на коже это было очень заметно. Моя подруга тоже пропила, тоже очень заметно. Я пришла на массаж, и мне сделали кучу комплиментов, что у меня вот такая тугая кожа, почему? Я была в восторге, потому что это же не только я заметила. Мне еще об этом сказали, но это очень приятно. Ну, это не то, что приятно, такое другое надо слово подобрать, гиперприятно. Кстати, вот у меня вода. Обычная вода, а вот там коралл. Он плавает. Вам не видно, но он там плавает, он под этикеткой. Я пью ее, эту воду. То есть вот это вот я заметила. Потом я пропила биалурон. От биалурона у меня была такая гладкая кожа и сияющая. То есть вот плотность дал коллаген, упругость, а сияние изнутри дал биалурон. И вообще, если у вас проблемы с суставами, обязательно пропейте биалурон, он очень помогает. Он нарастает, это гиалуроновая кислота, на суставы, то есть где у нас стираются вот эти прокладочки между суставами, они начинают тереться, там протрузии, у меня протрузии, кстати, в шее, вот это как раз для этого. Они перестают, ноги хрустят, когда на погоду говорят, ну вот это решается проблема, кому-то нужен один курс, кому-то больше, но это помогает всем. Потом я пропила еще детокс. Детокс-программа, это для меня, знаете, почему я стала ее пить? Потому что у меня проблема с желчным, вообще она у каждой второй женщины на планете. Я подумала, мне нужен детокс. Печень, желчный, все это чистится, нужно обязательно пропить. Пропила, ощутила легкость в правом подреберье. Вот это был такой хороший результат, когда я пришла, не буду говорить, что я почувствовала, это не так, а вот когда ты пришла к врачу, и тебе говорят, печень у вас вообще отличная, а до этого мне говорили, вы болели в детстве желтухой, там, ну да, конечно, и болела, и там вот какое-то чуть слегка увеличено, потом загибы и дискинезия. И тут мне говорят, у вас все в порядке. И я так говорю, точно, может быть, мне еще прийти, там, перепроверить, мне сказали, да нет, у вас все хорошо. И мне обычно что-то пытаются выписать, здесь мне ничего не выписали. Думаю, как-то странно, оказывается. Так, вообще, кстати, обратите внимание на свои желчные, потому что многие не обращают, а вообще много проблем именно от него бывает у женщин особенно. Вот это был такой показатель. Еще мне писали, об этом я тоже уже говорила, что когда пьешь алкоголь, это тоже, кстати, я замечала, даже вот выпьешь на Новый год шампанское, и ты чувствуешь опьянение. Раньше у меня этого не было, а сейчас прям чувствуешь хорошо его. Плохо справляется печень, желчный, и наступает опьянение. Вот после этого детокса этого не было. Может быть, это и не так важно, но это значит, что заработало все. Вот это такой мой личный опыт, который я могу передать. Сейчас я пью антипаразитарную программу, пока ничего не могу сказать, потому что только неделю пью. Ее нужно пить 2 месяца. Расскажу потом. И сегодня выступали девочки, я решила тоже пропить. Потом для волос селен, цинк и серу. Серу я уже пью, я вам говорила, потому что она есть в этой программе, такая вот сера. Единственное, что все-таки скажу и про недостаток, ну это лично для меня, очень большие капсулы. Сейчас вам покажу хотя бы. Тут артишок покажу. Его я тоже пью. Вообще артишок нужно всем, наверное, пить. Вот. Большая капсулка, ее сложно пить. Но я вычитала немецкий способ, ну, немецкий, потому что немецкие ученые, не знаю, провели исследование, в общем, они решили, что нужно так пить правильно, слегка вот так вот наклониться, то есть, чтобы вот так вот было ровно,
здесь и проходит сразу в горло хорошо таблетка, не застревая. Ну, так я пью, все нормально. Я знаю, что для некоторых это проблема, и многие не хотят покупать именно вот из-за больших капсул. Надеюсь, их сделают поменьше. Там есть и маленькие тоже, есть большие. Ну, вот я вам показала одну из самых больших. Ну, не самую. Это вот то, что касается моего опыта, но есть еще и бизнес. Сегодня выступала девочка, и опять-таки, это не какая-то девочка, маминого брата, жена. Это моя знакомая, с которой у нас был один проект вместе, мы вместе работали, которая вылечила своих детей вот от аллергии, на которую я не обратила внимания сначала, услышав от нее это впервые, так как аллергии у меня не было, я не обратила на это внимания. Про атопичный дерматит она говорила, она, еще одна девочка сегодня говорила про отек квинки, тоже вылечила кораллом. И вот я ее лично знаю, она мне говорила, тогда она только начала, и она просто искала информацию, как помочь своим детям, то есть она не пришла работать туда. И она мне просто рассказала, я подумала, ну хорошо, у меня же этого нет, и никого знакомых нет, я подумала, ну аллергия, молодец, это классно, что вылечила. И вот сейчас она по Северному Кавказу самый большой мастер, это ранг, золотой, по-моему, мастер называется. И у нее автобонус второй уже. И это шикарная, красивая машина. Я сейчас вам покажу, какая. Вот. Так что это хороший бизнес. Помимо того, что мы имеем возможность помогать себе, другим людям, мы можем еще построить собственный бизнес, что самое главное, без вложений. Можно что хочешь делать, можно продавать, можно строить, можно открыть собственное производство. Но для этого нужен собственный капитал. Здесь не нужно ничего, просто ноль. Единственное, что вы делаете, это находите человека, или даже это будете вы, как, например, в моем случае, я была первая, одна из первых, кто купил самой себе коллаген. Себе купив, вы уже получаете 100 баллов и дальше работаете. Еще 4 человека купили, вы уже директор и получаете первую зарплату. Я этого не рассказывала нигде, никогда раньше, и мне захотелось сегодня поделиться, потому что я сегодня была там, и мне попросили выступить, но на публике это все, это не то, что вот так вот разговаривать, мне это как-то стало сложно, тем более первый раз попала туда, я сказала, нет, нет, давайте потом. И вот в мае будет у нас еще один девичник, я думаю, что тогда я уже, наверное, выступлю перед всеми и расскажу вот эту свою историю. Когда ты видишь конкретного человека, который это делает, который может, получает не 9 тысяч, там, не 20, не 40 тысяч, не 50, да, я там про свои ступени сейчас рассказываю, а получает больше миллиона, да, это уже совсем другое, и это стимул, конечно, стимул. И независимость. Надеюсь, я кого-то вдохновила на работу. Я буду рада, если вы присоединитесь именно к моей команде. Будем строить бизнес вместе. Если что-то интересно, пишите, пишите в директ, пишите в Телеграм, я оставлю свой Телеграм-канал и свой Инстаграм. Либо здесь задайте вопрос. Никаких секретов здесь нет, можно и здесь ответить. И я оставлю свою реферальную ссылку, по которой вы сможете сами зарегистрироваться и получить просто 20% скидку. Кстати, что у меня, что у вас, что у мастера, одна и та же скидка, 20%. Нет никаких других наценок, никаких других цен, только именно эта цена. Для всех одна. Вот мой значок серебряного директора. Ну, это не такое большое достижение, но приятно все равно. Не маленькое уже. Я сейчас буду снимать следующее видео об уходе за лицом. Я, в принципе, его намеревалась снимать сначала, но захотела рассказать вам эту историю, потому что вдохновение сегодня было. И большое. А еще нам книги вручили. Я же забыла показать. Вот такая книга. Я начала ее уже читать, но пока еще рано о ней говорить. Обязательно расскажу, что я про нее думаю. Ну, это такая вдохновляющая книга. Называется «Иди туда, где страшно». Так что смело меняйте что-то в своей жизни к лучшему. И не бойтесь перемен. Всем удачи, и я всех жду. Всем пока-пока.